Если хотите приготовить что-нибудь необычное из рыбы, предлагаю классический рецепт горбуши в мультиварке с рисом. Даже взыскательные гурманы смогут побаловать свои рецепторы удивительно нежной рыбой, которую можно очень быстро приготовить в мультиварке. Мои домашние полюбили горбушу с рисом с тех пор, как в нашем доме появилась мультиварка. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. 1. Для приготовления этого блюда я брала именно целую горбушу. Эта рыба в сочетании с соусом получается великолепной, остальные продукты требуют минимальных затрат. 2. Для начала нарежьте горбушу на кусочки среднего размера, оставьте ее на отдельной тарелке и слегка присолите. 3. После этого нарежьте все овощи соломкой, морковь лучше нашинковать на терку для корейских блюд. 4. Также нарежьте мелко зелень, после этого обжарьте овощи в режиме жарко, на своей мультиварке нужно выставить соответствующий режим. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. 5. Далее, самый ответственный этап, в первую очередь, выложите рыбу, потом овощи, после чего рис и зелень. Я брала риса 2 мерных мультистакана и 1 мерный стакан бульона или воды. Залейте все и выставите режим молочная каша. 6. После сигнала о готовности наша горбуша в мультиварке в домашних условиях готова. Сверху можно присыпать зеленью петрушки и подавать со свежими овощами. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Необходимые ингредиенты. Горбуша 1 штука, рис 2 стакана, перец болгарский 1 штука, лук 1 штука, морковь 1 штука, помидор 1 штука, зелень 4 щепотки, растительное масло 50 грамм, бульон или вода 1 стакан, количество порций 5. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх, если нет, то палец вниз. Жду снова и желаю вкусного дня.